Здравствуйте, дорогие зрители. Тут хочу с вами поговорить сегодня о физике. Ну, всем не нравится, когда я говорю про историю, про политику. Если ты ничего не понимаешь, мы в книжке прочитали, что вот как должно быть, да? А ты, дед старый, ты уже не помнишь, что было. А в книжке для первого класса там все написано. Вот, ну ладно, про физику расскажу. Хорошо? Значит, видите ли, есть такое явление течение жидкости и газа, скажем так. Да? Вот поведение этих двух субстанций, жидкость и газ. Во многом они, значит, близки друг к дружке. Даже наука называется гидрогазодинамика. Или, как называют ее студенты, гидрогазы. Для них, правда, для них более жесткое придумали название – жижа. Жижа. Тут гидрогазодинамика – жижа. Вот. Так вот, это самая гидро- и газодинамика, то есть динамика жидкости, динамика газа, в общем-то, очень много общего имеют. Недаром у нас гидрогазодинамика, вот как он называется, это институт-то имени Жуковского, ЦАГИ, Центральный аэрогидродинамический институт ЦАГИ. Вот, аэрогидродинамические. Очень много похоже. Значит, например, есть такая похожесть. Течение может быть ламинарным, а может быть неустойчивым. В нем могут возникать всякие вихри. Это замечательная вещь. Вот такое вот возникновение вихрей. Есть всякие придуманы критерии. Там Рейнольдса, число Рейнольдса, Струхали, Кнутсона. Вот всякие такие вот слова. Там их даже больше, этих критериев. Что при достижении которых что-нибудь начинает необыкновенное происходить с потоком. Но вот есть какая-то разница все-таки между жидкостью и газом, соответственно, их поведением. И, соответственно, моделированием того, что мы можем моделировать. В газе молекулки, частички газа, друг с дружком на расстоянии практически не взаимодействуют. Они могут сталкиваться, да? И тут, значит, в газе все определяется длиной свободного пробега молекул. У меня на эту тему было видео, я там разглагольствовал по поводу свободного пробега частичек, молекул в межзвездном пространстве. Там длины свободного пробега были совершенно чудовищными, там доходило до там, 1000 световых лет. И, соответственно, на большем масштабе, когда речь шла о миллионах световых лет, вот это вот заполняющий межзвездное пространство газ, он вел себя уже как газ. Да. Не как отдельный набор отдельных частичек, а как газ. В нем могут звуковые волны распространяться. Естественно, очень длинноволновые. Их длина волны должна быть много больше длины свободного пробега. Да. Ну, у нас-то вот, например, в газе, вон, в воздухе, вот тут видели, воздух. Значит, в нем длина свободного пробега гораздо меньше сантиметра, да, что 10⁻⁵ сантиметра, то есть 1/10 микрона, да, 1/10 микрометра, вот, 100 нанометров. Вот. Ну вот, значит, все частоты, которые длину волны имеют больше 100 нанометров, чем больше, тем они лучше распространяются. Вы знаете, что инфразвук даже вокруг Земли обегает, вот, значит, взрыв там какого-нибудь мощного заряда, атомного, например, или падение какого-нибудь метеорита Тунгусского, или взрыв вулкана, он, значит, сопровождается превращением ударной волны постепенно, значит, в звуковую. И вот эта вот такая звуковая низкочастотная волна может даже несколько раз обогнуть Землю. Вот. Но я не про газ, я про жидкость хочу говорить. Вот жидкость от газа принципиально отличается. Ну-ка, чем? Она отличается тем, что молекулы взаимодействуют друг с другом. Потому что, ну, все-таки вот газ вот он, ну, разлетелся и все во все стороны. А жидкость, вот капельку капнули, вот она лежит, капелька на столе или там, значит, на предметном стекле, капелька. Даже воздух можно бросить, это будет капелька лететь, висеть, взвесь капелек может висеть, мелких. Вот, они будут испаряться, да, это будет потихонечку жидкость переходить в газ, фазовый переход. Но, в общем-то говоря, они друг с другом сильно взаимодействуют. И вот на капельках это очень замечательный объект. Очень любят эти всякие капельки,
течение жидкости, скажем, тонкий слой жидкости, как он будет течь, и капельки. Это замечательные темы для диссертации по направлению механико-математического факультета или математически-механического, да, вот в МГУ называется МИХМАТ. Вот, механико-математического факультета, ну, в области, скажем, решения дифференциальных уравнений в частных производных, вот те, кто практикует, это все вот это оно описывает. И очень много практических приложений за пределами течения жидкости. Нет, жидкость сама по себе очень важна, она вот течет по трубам, это газ, это кровь течет по капиллярам и по венам, по артериям, это тоже жидкость. Причем жидкость необычная, не такая, как вода, которая из водопровода течет. Вода из водопровода текущая, так называемая ньютоновская жидкость. Ее вязкость, ну то есть, вы знаете, она вязкая жидкость, да, потому что молекулы друг с дружком взаимодействуют, она не зависит от скорости течения жидкости. А вот скорость, значит, нашей кровушки, да, которая течет по организму, она разная. Ну, значит, в мелких капиллярах она очень медленно течет, в крупных сосудах она течет быстро. И вот зависит вязкость от скорости течения. Чем больше скорость течения, тем меньше вязкости. Как это можно так вот, как говорится, на пальцах себе объяснить? А это вот как. Дело в том, что это происходит взаимодействие не сразу. Да, вот вы... Сейчас скажу. Вы двигали когда-нибудь шкаф или ящик, вот, который давно стоял на полу? Поехал. Вот есть различать два таких вещи. Трение покоя и трение скольжения. Вот трение скольжения меньше трения покоя. Сдвинул и все. Потому что когда он покоится, они уже вот слиплись химическими связями, вот эти вот тела, да, ящик и пол, да. А вы разорвали, все, уже идет только скольжение. Вот так вот. Вот так и здесь. Вот в крови речь идет о том, что они зависят. Им надо еще слипнуться друг с дружкой немножко. А если быстро течет, не успевает слипаться. Вот. И, кстати, еще пример не ньютоновской жидкости, это вот вся жидкость нашего организма. Но большинство, может быть, кроме мочи. Лимфа, слизи все. Не ньютоновская жидкость, расплав пластмассы. Ну, тоже технологически очень важная вещь. Вот. Но я про это все много раз говорил, а хочется поговорить про что-нибудь такое необыкновенное. Вы знаете, самый, наверное, необыкновенный пример капель жидкости – это атомные ядра. Вот в атомных ядрах атомные ядра стоят из нуклонов, то есть из протонов и нейтронов, которые взаимодействуют друг с другом, очень сильно взаимодействуют. И поэтому, в общем-то говоря, капельная модель ядра – она, ну, очень в хорошем приближении, ну, в первом и хорошем приближении описывает свойства атомных ядер, их поведение. Ну, вот, например, при слиянии двух капель что происходит? Двух капель жидкости или двух капель ядерной материи, да, двух капель. Происходит их слияние. Почему? А потому что суммарная поверхность капли, слившейся, она меньше, чем двух капель по отдельности. Да? Ну, вот две капельки по отдельности были половинного объема, да? Значит, вот был половинный объем. Их радиус был корень кубический из двух меньше, да? Как у каждой, да? А поверхность суммарная их была в корень кубический из четырех раз, значит, у каждой из них была меньше, да? Два корня кубических из четырех – это меньше, чем вот то, что было, да? Вот, вот такие вот вещи. Ну и поэтому, значит, поверхность суммарная меньше. То есть часть молекул, которые на поверхности воды, или часть нуклонов, которые были на поверхности ядра, они утонули. Утонули, выделили энергию. Как пум, тонь, падает что-нибудь сверху вниз. Вот она утонула. Под действием тех сил, которые действуют между молекулами жидкости воды, или тех сил, что действуют в атомном ядре. Вот так вот это описывается. А потом еще деление атомных ядер. И вот при делении ядерных радий это как бы разрыв капли. А вот разрыв капли, он, ну, можем тоже наблюдать, капельки. Ну, хорошо бы, конечно, опыты по разрыву капель проводить невесомости. Но это просто прелесть. Там можно делать очень большие капли в невесомости. Вот я помню еще те времена, когда космос был очень популярен. И нам, значит, по телевидению нам не показывали там всяких скандалов, интриг и расследований, а нам показывали новости с полей,
про визит Леонида Ильича в Тамбовскую область и показывали, что там на космической станции происходит. Вот там на космической станции, там ничего не происходит, они наукой занимаются. Ну, покажите нам, сделайте нам красиво. Но они берут большую каплю воды, делают. Вот она, большая капля воды. Представляете, ее разбить на две части. Бум! Можно разрубить, да? Можно. Ну, там это в космосе хорошо, большое, это будет видно хорошо. Они, правда, не рубили, потому что капельки могут попасть в аппаратуру. Вот. А тут мы можем разбить ее, капельку воды. Ну, когда падает, например, ну, скоростная фотосъемка, все, что хотите. И вот при разрыве капли на две части возникает еще несколько маленьких-маленьких капелек. Вы можете, наоборот, столкнуть резко две капли. Бабах! Возникает несколько маленьких-маленьких капелек. Вот. Ну, и вот это вот, ну вот, вам пример наука, да? Вот разрываете вы ядро на две части. Деление атомных ядер называется. Даже мы не вы сами разорвали. Нет, ну вы сами разорвали. Вы в него нейтрон кинули. Вы в него по нему нейтроном ударили. И кроме двух осколков еще образуется несколько нейтронов. Вот они, маленькие-маленькие капельки. Да. Так вот, да. А представьте, вот, например, сливаются друг с другом две маленькие-маленькие капельки. Например, капелька и атомное ядро дейтерия и атомное ядро, так сказать, трития. Дейтерия и трития. Вот. Вот они сливаются вместе и образуется капелька побольше. Это называется ядро гелия. И маленькой капелькой еще летит нейтрончик. Да, вот так вот. Вот, вот оно, то все как в жизни, да? То есть качественно все очень объясняет. Так вот, значит, я к чему клоню. Любимое занятие, опять же, мехматовцев. Ну, не все этим вовлечены, я понимаю. Ну, в общем, это такая традиция. Всякие течения тонких слоев жидкости изучать. И вот вы наверняка, так или иначе, знакомы с уходом воды из раковины или из ванны через горловину сливного отверстия. И вот она, значит, такой вихрь. И в вихре в этом, обратите внимание, возникают волны плотности. Да, волны. Это волны такие вот там возникают, бугорки. И они причем текут по ним, значит, по кругу, движутся. И надо сказать, что это очень удивительный процесс. Вот смотрите-ка. Вы про движение это знаете по кругу, да? И движение по кругу бывает такое. Вот можно твердое тело двигать по кругу. Ну, диск, например, вращать его вокруг своей оси. Ну, как юла, например, да, диск вращается. Он весь диск вращается, как твердое тело. Вот. А твердое тело, в нем возникает напряжение, кстати говоря. И это твердое тело, если очень быстро раскрутить, его может разорвать. Напряжение будет слишком большое, и не выдержит он всего этого дела. Он лопнет, разлетится. Вот. А в жидкости там нет этих внутренних напряжений, она жидкая. И поэтому разные части вращаются с разной скоростью. То, что поближе к горловине, вращается быстро, то, что подальше, долго, медленно вращается, да, ну, наверняка наблюдали этот вопрос. Вот. И смотрите, какая штука-то получается. А волна-то в нем живет достаточно долго. Вот пока он сливается через эту горловину, вот эти вот бугорки волн, они живы. То есть они бегут по поверхности воды. Это не вот тебе вот сама вот эта часть воды бежит, а по поверхности бежит. О, как ловко-то, да? Это волна, бегущая по жидкости. Жидкость... Она проходит через... Ну, как вот волна. Кинули вы камень в речку или прошел пароход, от него бежит волна от парохода. Ну, вот, теплоходы. Теперь же пароходы впереди. Вы не видели пароходов, я вас умоляю. Вы жизни не видали. Вот. Так вот, значит, бежит от него волна. Это не значит, что вот он эту волну, он возбудил колебания. Это, ну, ладно, плеснет на берег около ваших ног и все. Поднимется волна и опустится. Вот. Так вот, похожая вещь наблюдается в дисках галактик. Замечательная вещь. Галактика. Она тоже вращается. Но тут надо вам сказать вот какую вещь. Она вообще удерживается вся, вот как вместе, единое целое, гравитацией. Гравитация – это сила, что движет мирами. Помню, в моем детстве была такая научно-популярная книжка про гравитацию. Сила, что движет мирами.
Вот. Сила, что движет мирами. Ну, вы знаете, эта сила убывает обратно пропорционально квадрату расстояния. И чтобы удержаться на этом расстоянии, нужно двигаться с какой-то скоростью. Да? Значит, надо, чтобы эта скорость компенсировала, ну, как сказать, возникающее при этом центробежное ускорение, компенсировала вот это вот центростремительное ускорение. Да? Центростремительное ускорение у вас, значит, пропорционально массе тела и обратно пропорционально квадрату расстояния. Помните, произведение масс, ну, масса там центральной области вот этой галактики. Вот. А тут, значит, масса этой звезды, например. Или облако газа, которое движется в галактике. Вот. Делить на квадрат расстояния. Вот. И центробежная сила это v квадрат делить на r. Получается, чем дальше, тем меньше у вас будет скорость необходимая, чтобы не упасть на центр галактики. Понимаете, какая вещь? Ну, какая вещь получается-то? Угловая скорость, да, значит, она вот компенсирует вот это самое притяжение. Ну, не получается тут движение как единого целого. Ну, вы знаете, что планеты Солнечной системы, они не движутся все вместе, как вот какой-то планетный диск, да? Они каждый по-своему. Вот Земля за год обегает, Меркурий, он ближе, он за 88, по-моему, дней обегает, Венера там что-то за 200, Марс там больше года уже, Юпитер там сколько-то, несколько лет, кто-то там вообще сотни лет. Чем дальше. То есть, понимаете, вот это не движется как единое целое. А вот есть такие замечательные галактики, да? Ну, то есть, галактика, она, в принципе, так же устроена. Называется эта галактика спиральная. Наша галактика Млечный Путь, как ее называют, она спиральная. И более того, тот самый Млечный Путь, который мы видим на небе, в безоблачную ночь, летнюю, южную, это как раз мы видим рукава спиральные нашей галактики. Вот, в том числе и рукава. Спиральные рукава. То есть ведет спиральная волна. Понимаете? То есть вот эти спирали, они, значит, если есть спиральная галактика, все, в ней вот есть эти спиральные волны. Это не вот те вот какая-то вот. Они ведут себя, надо сказать, как будто это некое твердое тело, некая твердая пружинка. Очень похоже ведут себя. Так же, как и волны в жидкости себя ведут. А на самом деле в них, в пружинке, вот она пружинка, есть пружинка, да, вот она там и состоит из этого вещества. А тут она все время меняется. Эта волна пробегает по воде. А тут она почем пробегает? А тут она пробегает по вот этому облаку газа. А галактика, она ведь наполнена газом, ну, понятно, жиденьким. И в этом газе есть звезды. И, в принципе говоря, если вы проходили общую физику в институтике, то вы там наверняка вам объясняли, как определили число Авогадро. А это называется опыт Перена. И вот в этом опыте Перен изучал движение молекул. А как он молекулу увидит? Перен какой-то там, да? Это сколько лет назад было? Какую он там молекулу увидит? А он их сделал сам, своими руками. Лобзиком, можно сказать. Нет, ну, не лобзиком, конечно. Он сделал очень-очень маленькие шарики, которые видно под микроскопом. Этот шарик у него был, значит, в составе взвеси. Это вот у нас жидкость, она состоит из молекул. А в ней плавают эти шарики. Смекаете? А эти шарики, получалось, что как бы гигантские молекулы. Ну, у нас же тоже в воздухе есть разные молекулы. Есть молекула аргона. Это инертный газ. Есть молекула кислорода, О2, уже большая молекулка такая, из двух атомов состоит. Есть молекула воды, тут H2O. Есть молекула, значит, углекислого газа, CO2, трехатомные все молекулы, ну, большие такие. Можно вообще тут припустить какую-нибудь большущую молекулу, духи какие-нибудь там, знаете, бывает, вот ужас какой бывает. Придут какие-нибудь молодые студентки и начинают, купили, говорит, мы духи около метро французские, и он начинает им брызгаться, ой, жуть.
невозможно работать. И тут огромные такие молекулы летают. Но, конечно, не такие большие, как у Перена. Вот. Они все молекулы, все. Где тут предел? Нет предела. Так вот и тут эти самые, те самые звезды, они как молекулы, только большие. И вот имейте в виду еще какую вещь. Если наши молекулки, вот эти молекулки газа, которые распылили мои студентки, купившие французские духи около метро, задешево, вот очень удачно купившие дорогие французские духи, вот, они, значит, они взаимодействуют. Вот эти молекулы не взаимодействуют духов друг с дружкой. Они только раздражают преподавателя, он требует, чтобы откроем окна, будем с открытыми окнами заниматься. А как хотите! Шаг невозможно! Вот. Так вот, значит, эти звезды-то друг с другом взаимодействуют, они притягиваются друг с другом. Да. И вот тогда-то еще появилась наука такая, звездная динамика. Это динамика, скажем так, газа, состоящего из сильно взаимодействующих друг с другом молекул. Если в обычном газе молекулы взаимодействуют только ударяясь друг от друга, а тут они не так же, как и в жидкости, не обязательно им ударяться. Они друг с другом на расстоянии взаимодействуют. Вот она. Вот оказывается, в нашей галактике бежит вот эта вот волна спиральная, да, так же, как в сливном, как не сливной бачок, как в сливное отверстие раковины, да, посудомоечной. В мойке, да, она уходит, когда хорошо вода. Не засорилась, значит. Вот. А она также бежит там. А почему это так? Почему там вдруг она горит? Она же светится. Там больше звезд горячих. Ага. Это вот эта волна. Это что у нас такое волна? Такой, так сказать, горбик здесь, да? А там эта волна уплотнения. И в этой волне уплотнения там загораются звезды. Новые звезды. Вспыхивают. Не в смысле взрыв новой звезды, а формируются новые, в хорошем смысле этого слова, звезды. Да? Ее раньше не было вообще. И не то, что не видно было, ее просто не было. Вот они загораются, ярко горят очень, потому что они бывают очень большой массой, поэтому быстро прогорают. Ну, действительно, такого рода звезды могут прогореть, там, я не знаю, за несколько миллионов лет. Буквально. А для вот этой динамики галактики, ну, несколько миллионов лет, это миг. Это как была такая шуточка. Декан, что для тебя стипендия? Копейка. Декан, что для тебя сессия? Миг. Так, декан, дай же копейку. Подожди, миг. Да. Вот, миг один. Г. Да, да. Вот. И вот такие вот дела. Так вот, это вот тут, значит, загораются они. Так вот, самое-то интересное, ради чего я весь этот затеял разговор, это очень интересный объект, который меня с детства всегда очень впечатлял, шаровые скопления. Помните, это есть такое скопление в Геркулесе, в детской энциклопедии, по крайней мере, была его фотография, такой вот комок ярко светящийся звезд. Шаровое скопление. Ну, вообще говоря, в шаровом скоплении там ну, там совсем невозможно расстояние, там между звездами очень маленькие, там, так сказать, доли светового года. Вот. И я не совсем понимал долгое время, как же оно существует. Дошло до меня совсем недавно, существует оно очень просто, да? Там не нужны никакие круговые орбиты. Вы представляете, вот комок этот самый газа гравитирующего, да? Ну вот мы создаем звезду из газа. Газ собрался. Как ведут себя молекулы? Они все притягиваются. Притягиваются и сталкиваются там, значит, уже все, плотность очень большая. А тут эти вот огромные молекулы, да, они друг к другу все притягиваются. А дальше что происходит? И вот они падают в центр. Он же тяжелый центр. Падает в центр. А там везде пустое место. Ну, почти пустое место. Промахивается мимо центра, вылетает на другую сторону, а его тянет обратно, и он падает обратно. Вот они так вот и летают через центр туда-сюда. Это как такая задачка школьная, что будет, если прокопать через землю, значит, насквозь ее колодец такой, и кинуть туда камушек, естественно, убрав оттуда воздух, то есть, чтобы не было сопротивления. Он пролетит на другую сторону, выскочит,
И полетит обратно на вашу сторону, выскочит и полетит туда. Вот так они себя и ведут, эти самые шаровые скопления. Так вот, интересно, откуда же они взялись? Вообще считается, что шаровые скопления – это одни из самых старых, так скажем так, объектов во Вселенной. Почему так считается? Значит, по составу звезд. Звезды спектр излучают, да? Если звезда давно работает, она наработала достаточно большое количество тяжелых элементов, элементов тяжелее гелия. Это называют металличность звезды. Ну, не все элементы тяжелее гелия, они металлы, но вот первый элемент тяжелее гелия какой? Литий. Это металл. Ну, поэтому, видимо, называют металличность звезд. Вот. Так вот, но у них большая металличность. Значит, они старые. В большинстве своем. А они, значит, как галло такое, они сами образуют такое огромное, как бы сказать-то, шаровое скопление шаровых скоплений, в серединке которого находится, значит, наша галактика. Вот она вот так окружает. Галло из шаровых скоплений, так помню, с детства. Вот у нас схема галактика, а вокруг галло из шаровых скоплений. Вот, металличность у них большая, значит, они все древние. Ну и вот это такая вот, а как они образовались? Так вот, недавно узнали, как они образовались. Успехи внегалактической астрономии, называется, новое во внегалактической астрономии. Вообще, новое во внегалактической астрономии было получено, новые данные, благодаря космическим телескопам. Потому что они позволяют очень большую информацию получать о далеких галактиках, да. Как это, круглые сутки, они устремлены в небо, да еще они не зависят от погоды, понимаете, да? Там их не волнует, есть облака, нет облаков, влажность. Там. День, но для них нет ни дня, ни ночи. Отвернулся от солнышка, и повернулся к нему спиной и смотри себе, ты видишь черное небо. Вот, и вот выяснил следующее. Есть, оказывается, столкновение галактик. Это редкое событие, но они сталкиваются. Галактики, да, таки да, бывает, что сталкиваются. И вот сталкиваются галактики друг с дружкой. Но это как два облака газа столкнулись. Они проходят друг сквозь друга, потому что это же отдельные молекулы. Вот. С одной стороны, это вроде как жидкость, а точнее взаимодействуют друг с другом, да? Но с другой стороны, свободно между молекулами проходят. Вот взаимодействие двух капелек, оно, конечно, похоже на взаимодействие двух сливающихся галактик. Галактики сливаются, да? Но эти капельки состоят все-таки из взаимодействующих друг с другом молекул, но между ними есть пространство свободное. Они вот проходят друг через друга, естественно, начинают взаимодействовать, возникают там дополнительные ударные волны. В этих ударных волнах происходит всякий синтез. И бывает, что галактики проходят друг через друга, потом сливаются, завиваются. Ну, бывает так, понимаете, я так описываю, это миллиарды лет проходит такой процесс. Бывает. Бывало всякое, да? Вот. Это хорошо моделируется на компьютерах. Мехмат рулит, да. Я сам, когда был маленький, хотел поступать на мехмат. Вот. Так вот, значит, мехмат рулит. И... получается интересная вещь. Помните, я вам говорил про слияние двух капель? Говорил? Вот. И при этом возникает, могут лететь еще капли. И вот это вот слияние, это возникает огромное количество маленьких капелек. Они капельки, это вновь родившихся звезд. Рождаются звезды. Вот в этих самых спиральных ветвях у нас в нормальном режиме рождаются звезды. Вот спиральная ветвь прошла, ударная волна, а за ней остались вот эти вот загоревшиеся звезды. Ну, кто-то взорвался, кто-то остался, она опять дальше пошла, и опять вжик, опять родились звезды новые. Вот. А тут происходит такая вещь, что при этом вот взаимодействие импульсно рождаются звезды, и рождаются звезды вот ударным образом таким вот. Ну, не как спиральные. В ударной волне. И родившиеся звезды могут так вот фрагментироваться на капли. Это и есть
шаровые скопления. Вот, видимо, на заре существования галактик тоже происходили интересные процессы, и образовывались шаровые скопления, такие маленькие капельки из звезд. Вот. И то же самое происходит в галактиках, только что слившихся. Вот периастрономия позволила померить спектры излучения тех самых шаровых скоплений, и они, оказалось, имеют малую металличность. Не все, но некоторые из них. Понимаете, в чем дело? После этого слияния, кстати, что происходит с галактиками? Галактики превращаются в эллиптическую галактику. Вот после этого слияния такое оно бурное происходит, что весь газ, который у них есть, при этом ударит друг от друга, он весь родит звезды. В эллиптических галактиках, это галактики, в которых нет вот этого выраженных спиральных ветвей, в них мало газа просто. Все-таки для рождения, значит, звезд спиральной ветви, для них нужен газ. И, пожалуйста, бегайте сколько угодно вот эти волны возмущения по диску, состоящему из звезд, а новых ты не родишь. Поэтому их не видно. Даже если там есть эта спиральная ветвь в эллиптической галактике, но ее не видно просто. Да? Там их побольше, но не разглядишь. Вот так. Вот. Но там появились новые эти самые звезды. Ну, вот вам как бонус, вам могу такую вещь рассказать, что вообще говоря, в принципе говоря, возможно столкновение двух звезд. Это очень редкое явление. И вообще говоря, близкого прохождения двух звезд друг относительно друга, вот в таких вот областях галактики, как наша, во всей видимой части Вселенной, за все время существования Вселенной, математическое ожидание количества такого рода событий, но порядка единицы. То есть, дай бог, за все время один раз звездочки столкнулись или сблизились. Такое происходило в истории Солнечной системы, именно нам повезло. Где-то рядом с нашей системой прошло какое-то крупное небесное тело, это, видимо, какая-то звезда пролетела, которая заставила Лагранжев спутник Земли, который придумали при названии Тея, изменить свою орбиту и через несколько оборотов вокруг Солнца протереться по Земле. Ну и вот образовались у нас, содрали нам 70% земной коры и образовали спутник Земли Луна. Вот это вот такая вот история. Вот, это вот нам, суть такое, повезло. А теперь представьте себе, летит белый карлик. Белый карлик – это отжившая свое звезда. Она уже все свое топливо сожгла и превратилась в огромное облако углеродной плазмы. Но дальше синтез не идет, ей не хватает, так сказать, массы, то есть давления внутри звезды не хватает. Вот это такое, ну, величиной Землю, скажем так. А раньше это было тело массы, как Солнце примерно. Вот будущее нашего Солнца – это вот быть белым карликом. Это типичная ситуация, таких звезд очень много, белые карлики. И вот летит этот белый карлик, очень плотный. Плотность белого карлика какая-то совершенно сумасшедшая. И попадает он в звезду. Ну, какую-нибудь обычную звезду. Ну, наше Солнце, может быть, красный гигант, ну, все что угодно. Что произойдет при этом? Это совершенно уникальное событие, которое, скорее всего, за все время существования Вселенной ни разу не происходило в видимой части Вселенной. Ну, в принципе говоря, оно возможно. И вот он прям попадает, такой лобовой удар. Что будет? Значит, этот белый карлик попадает в звезду, а звезда-то она достаточно жиденькая. Ну, представляете, вот эти звезды-гиганты, которые размерами там больше, чем орбита Марса, это же видимое ничто, да, она просто светится горячая. В нем возникает, вот в этом видимом ничто, в газе, возникает мощная ударная волна. Ну, что здесь с большими скоростями не соприкасается, мощная ударная волна. Эта ударная волна — это такое воспоминание об ударной волне взрыва сверхновой звезды. В ударной волне при взрыве сверхновой звезды получается следующее. В центре нее давление
заставила электроны взаимодействовать с протонами, и они превратились в нейтроны. Сформировалась нейтронная звезда в центре. Нейтронная звезда имеет диаметр несколько километров, а массу как побольше, чем несколько масс Солнца, естественно. Вот. И снаружи идет расходящийся мощный импульс нейтринного излучения. Оно очень высоко проникающее, но тем не менее взаимодействующее. Но такая плотность этого излучения, что вокруг, в окружающих этот вот комок нейтронов газе, расходящаяся ударная волна возникает, очень мощная. И в этой расходящейся ударной волне начинается мощная термоядерная реакция. Такая плотность у нее большая, и вот эта термоядерная реакция, там все это синтезируется, синтез идет, включая не только, там такая большая энергия, что не только новая энергия выделяется, она еще и поглощается, синтезируя элементы тяжелее железа. Ну, уран там, и тяжелее урана, но совсем тяжелее уран не синтезируешь, потому что там краткоживущие изотопы, и дальше уже не пройдет процесс. Вот это вот не достигается, по всей видимости, в естественных условиях островок стабильности. Это то, что предсказывал Флёров, он ищет его здесь, искал покойник. Искал его здесь, вот Ляр продолжает эти поиски лабораторных ядерных реакций, Оганесян. Вот такие вот фигуры. Так вот, значит, и вот, значит, выделяется огромная энергия. То есть звезда сразу вся срабатывается. Бум! А комка-то не остается. А этот белый карлик и полетел дальше. А тут причем такой фонтаном-то получается, он в него врезается со сверхзвуковой скоростью, и вот этот вот конус прямо внутри этого шара. Ну, это так хорошо смоделировать, это мехматовцы этим увлекаются, да, мехматовцы, так вот, но это очень редкое явление, его, скорее всего, ни разу никогда не было в истории Вселенной, ну, помечтать об этом, ну, вредно, да, представляете, если это в Землю, в Солнце наше появится, бабах, оно взорвалось, бэм-бэм-бэм-бэм-бэм, а что нам, где нам жить, Солнца-то нет, разлетать. Вакуум. Да хорошо, если во время этого взрыва мы уцелеем, честно говоря. Вот. Такие вот вещи я вам рассказал. Это как вишенка на торте. Вот это вот прохождение белого карлика через Солнце или через другую звезду. Так, я сейчас начинаю вам напоминать, что я существо из мяса, костей и крови. И это существо нужно питать, его нужно кормить, ему нужно платить за электричество, ему нужно, значит, оплачивать счета за интернет, ему нужно вообще есть и пить, поддерживать бренное тело, и ему нужно вообще налоги платить, жить, все прочее делать. И поэтому я ведь живу только тем, что вас развлекаю. Вот, я ваших глаз не вижу, поэтому у меня нет удовольствия, как я вам рассказал, а у вас глаза загорелись, я же этого не вижу. Я только вижу, что приходят ко мне деньги на сбербанковский счет, вот тут вот он есть. О, бывает, что приходит. Вот из Тинькофф банка мне кто-то что-то немножко сейчас прислал. Вот, и бывает, у меня есть номер сбербанковской карточки, номер счета здесь в Сбербанке. Вот, внизу под моим видео. Можете слать на PayPal из-за границы, Donation Alerts отовсюду, Kiwi кошелек, кошелек ВКонтакте, Юмани, бывший Яндекс.Деньги. Вот, и я все это всегда с радостью приму, с радостью, с благодарностью, так что мне это необходимо совершенно. Уж не бросайте меня на произвол судьбы. Я тут вот вас пытаюсь развлекать наукой. Без вашей поддержки я не просуществую. Так что жду поддержку. Да, еще спонсорами можете стать моего канала. Спонсоры, они доступ не только к неопубликованным, но и к тем видео, которые не будут никогда опубликованы. А это 72 полуторачасовые лекции для подготовки к ЕГЭ по математике и по физике. 36-36. Полуторачасовые, прикинь. Ну, это все полноценный курс. Целый год можно готовиться по ним.
Вот, а там всего-то самый минимальный спонсорство 249 рублей. Да я понимаю, дорого. Ну, как? Лучше жвачки купить. Я знаю. Ну, конечно. Жвачка хороша. Ну вот, такие вот дела. Да, если спишете со мной на Фейсбуке или ВКонтакте, можем попытаться договориться об образовательном процессе, почти что очном, но индивидуальном, через Zoom, например. Всего доброго. Деньги-то уж пришлите, пожалуйста. Прошу вас. По-хорошему. По-плохому я не могу вас просить. У меня нет возможности просить вас по-плохому. Но вам повезло.